Итак, закончился сезон. Январь 2017 попал я в 50% лучших рейтинговых игроков. Но это ладно. Я просто давно не играл, только в этом, ну, в январе начал. Где-то в конце января начал играть. Ну, сразу скажу сейчас. Потасовку посмотрю. Новая сезонная рубашка. Ну хуйня все это. Вот для мага карта. Это хорошо. Я как раз с магом играю. 8 дополнительных звезд. Квесты тут, ну это. Вот потасовка открыта. Какой у меня там? Сейчас посмотрим. У меня получается 22-й. Ну, насрать как бы. Потасовку сейчас сразу. Это насрать какой там ранг. Сейчас прочитаем. Обмен подарками. Дедушка Зима сбрасывает ящики на поле боя. Разбейте свой или чужой ящик, чтобы открыть подарок. Интересно. Разбойник. Мне нравится. А, тут вообще целую колоду собирать. Блин, я за мага бы смог собрать, за разбойника не знаю. Ну вот это по-любому. Вот это так. Вот колода. Я, короче, и Зеру еще добавил. Зеру и Император Таурисан. Ну это из уников. Из уников. Из легендаров, точнее. Так, против паладина. Мне бы хотя бы одну победу взять чисто, вот, чтобы пак получить карт. Авантюрист, ну пусть авантюрист, просто хорошая карта. А вот это вот за 0 маны, это хорошо, удар в спину. Бэкстеп. Черт, это убивать надо. А что если сразу, вот я подумал, сразу бэкстепами разъебать. Не буду так тратиться. Так, ту игру я проиграл, само собой. В этот раз против жреца. Посмотрим. Короче, вы поняли, в чем суть. Я так понял, что подарок дают именно когда, ну, то ли в твой ход, ну, или именно от твоей руки, именно в твой ход. Здесь, например, от ответки умрет ящик, то из него подарок врагу будет именно в твой ход. От твоего урона должен он умереть, насколько я понимаю. Ну ладно, это не ранг, это потасовка, это хрень. Для ранга у меня есть более подходящая колода мага. Чё-то долго очень думают, что тот думал долго, что этот. Не знаю, над чем они думают. Угу. Да-да-да. Зимнего покрова. Черт, 2-2-2, все по 2. Все за 2 маны. Я могу поставить вестник огрома и сразу оба подарка получить. Я думаю, что я так и сделаю. По что он его не убьет сейчас. Ух ты. Мразь. Я хотел все подарки взять. Начали ваш. А я так и сделаю. Вот так, я все подарки. Он никак не убьет, скорее всего, так что я все подарки возьму. Только если у него слова тьмы нет вот этого. С каждой стороны может быть только по одному подарку, кстати. Вот заметил. Так.
что-то он долго думает. Почему только один подарок? Найс. А, нет, два подарка. Два подарка — это хорошо. Так, чё у нас тут? Ух ты! Вот это вот неплохо, кстати. Нормально. Воодушевление призывает случайное легендарное существо. Неплохо. Конечно же, он его ваншотнет сейчас. Два вида подарков, короче. Один призывает существо, а другой и заклинание. Так понял, и их стоимость уменьшена. Ух ты, подарок себе скопировал. Нормально. Хрена он там обузит. Не знаю, вот от таких подарков реально много импакта, да, которые вот легендарки такие полезные дают. Исповедница Пелтрес. Так-то неплохая карта. Поменялся здоровьем. Так. Оп. Келтузад. Ну неплохо, неплохо. Отлично. Я думаю, что эта карта, по сути, всю игру мне сделала. Вы берете карту и дополнительно кладете в руку две ее копии. А ну-ка. Три Таурисана. Сука, я буду сейчас постоять. А, нет, нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять карт у меня нормально. Четко, да, вообще я заобузил. Исповедница Пилтрес с Келтузадом. Нормально. Ничего не скажешь. Хрен убьешь их теперь. Правда, словом силы, каким-нибудь словом боли можно убить. Ну, посмотрим. Все, я думаю, не надо тянуть, буду теперь в лицо убить противника. Да. Хули. О, новая, о, вот это классная рубашка. А, там рубашку давали за победу. Так. Вот это легион, кстати, прикольно. Новогодняя тоже классно. Ладно, как-то так посмотрели потасовку. Я думаю, этого хватит. Как-то так.